В преддверии самого первого весеннего праздника, 8 марта, сотрудники ГИБДД вышли на дороги республики с акцией «С праздником, милой женщины», что полицейские дарили автоледи, знает Дмитрий Тымыров. Много теплых слов и поздравлений сегодня звучат в адрес милых дам. Первый весенний праздник, 8 марта, сотрудники городского ГАИ вышли поздравлять прекрасную половину человечества с этим замечательным праздником. Этим солнечным мартовским днем представители ГИБДД останавливают исключительно представительниц прекрасного пола. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. С международным женским днем. Желаем вам, самое главное, безопасных дорог. Спасибо. На территории города Якутска. Ну и вообще в целом по стране. Спасибо. Чтобы у вас путь всегда был безопасным. Чтобы участники дорожного движения... Причину остановки многие автоледи понимают не сразу. Протягивает сотрудникам ГИБДД документы. Испуг и волнение после все же сменяется радостным смущением. Ну, честно говоря, не испугалась, потому что... Ну, проверка есть проверка. Мы должны всегда соблюдать все правила, как говорится, всякое бывает, да? Все-таки с моей стороны я подумала, что я не нарушаю, а со стороны ГАИ я подумала... Они же больше знают, все равно, чем мы все, хоть мы и изучаем это все. По мнению сотрудников ГАИ, эмоциональное состояние водителей во многом влияет на безопасность дорожного движения. Поднимая настроение прекрасным автолюбительницам, инспекторы таким образом повышают безопасность на дорогах. Впрочем, женщина за рулем, вопреки стереотипам, водитель осмотрительный. Ну, честно говоря, согласно статистике, слабый пол в дорожно-транспортном происшествии у нас... Участвуют, конечно, участвуют, но в малом количестве, чем мужчины. Это связано с тем, что дамы наши очень дисциплинированы мужчин. Цветочные акции ГИБДД в праздничные дни становятся уже доброй традицией и проходят во многих других районах Якутии. Так и намские автоледи получили цветы и поздравительные открытки из рук инспекторов ГИБДД. От имени ГИБДД поздравляю вас с международным женским днем. Спасибо, ребята. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно, спасибо. Молодцы, какая акция хорошая. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго вам, спасибо. Спасибо, Дарин. Спасибо. Спасибо. В стороне не остались и сотрудники дорожно-патрульной службы Усть-Алданского района. 8 марта Усть-Алданский А тут в Сибири тут там весь везде просто сходим, а не едем. Бас таки я гадем выбраник. Однако именно в праздничные дни на дороге нужно быть предельно осторожными. Наступает весна. На многих участках гололед, где-то в связи с очисткой дорожного полотна от снега установлены временные знаки. А машин и пешеходов в выходные дни становится в разы больше. В эти выходные праздничные дни, значит, личным составом ГАИ города Якутска, отдельным батальоном дорожно-патрульной службы, принимается активное участие, значит, именно по надзору за дорожным движением, по профилактике дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, значит, хотел бы также еще раз обратить внимание и призывать всех участников дорожного движения соблюдение правил дорожного движения. А также быть взаимовежливыми и уступать дорогу, особенно женщинам, хотя бы в эти праздничные дни. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Намский, Усть-Алданские районы, Якутск.